Соус хойсин приготовлен из самых отборных и натуральных пряностей. Подается к готовым блюдам, а также используется при обжаривании мяса, рыбы, птицы. Это тот самый соус, который используется при приготовлении утки по-пекински. Также соус хойсин подается к столу как приправа, используется как соус для барбекю, как добавление к маринаду для мясных стейков, глазури для фрикаделек и соусы для птицы. Состав: картофель, сахар, смесь из воды, соли, соевых бобов и пшеницы, денатурированный кукурузный крахмал, кунжутная паста, соленый ферментированный соевый творог, соленый перец, сушеный чеснок, жженый сахар, специи, ледниковая уксусная кислота и бензоат натрия. Объем 260 мл.